Раз и два. Три. А у вас один счет, и на этот один счет вы должны сделать движение. Вы вращаетесь, сразу шаг и рука. Два одновременно. Три, четыре. Тоже с шагом. Мы с шагом открываем, три, с шагом закрываем. С шагом открываем, три, с шагом закрываем. Четыре, четыре. Я сказал, вы уже полетели все. Раз, пауза. Четыре, раз. И два, три. Хорошо, Андрей. Четыре. Стоим, раз, пауза. Раз. И два. Три. Четыре. Раз. Раз. И два. Три. Четыре. Раз. И два. Три, Михаил, назад быстрее четыре, руку открывайте. Вот раз, в эту часть. И два. И три. Да, и от локтя четыре, быстрее выпрямляем. Раз. И два. Три. Четыре. Раз. И два. Три. Замерли. Четыре. Посмотрели на себя. Где руки? Встать, опаздывайте. Встать, встать, встать. Встать, встать, встать. Встать, встать, встать. Встать, встать, пауза. Встать, встать, пауза. Встать, встать, пауза. Встать, встать, пауза. Фигура, которую мы будем с вами танцевать, в принципе, потом танцуется в паре, да? Отличаться она будет по шагам. У мальчиков будет одна партия, у девочек другая. Ритмически она танцуется практически одинаково. Вот, но потом, когда в паре мы вас поставим, это будет очень интересно. Давайте начнем с вами с кукарачи в сторону. Мы двигаемся с вами с левой ноги в сторону. Два, три, вернулись на ножку. Теперь поставили ножку чуть-чуть по диагонали. Хорошо, развернулись в корпусе тоже. Наступаем на ногу. Четыре, раз, пауза. Поворот на опорной ноге. Коленка осталась идеально прямая. Доворачиваемся, доворачиваемся еще больше. Отсюда собираем ножки вместе и делаем назад. Раскрытие. Два. Поставка. Смена. Два. Три. Вы смотрите, сейчас попробую. Ничего не делайте. Маятник бедра сделайте. Вверх он свободен. Очень много не надо. Не надо. Бедро двигается вдоль ноги. Чуть-чуть столько, сколько и корпус. И корпус, и бедро переносим. Два. Три, да. Два, вот маятник бедер, бедер, маятник, маятник, не надо, вверх не трогаем, маятник бедер, два, три, хорошо, да, два, три, подставили ногу, поменяли, переносим вес на левую ногу, перенос бедро, бедро, маятник, сильно не надо раскачивать, опять маятник, покачайтесь, просто покачайтесь, почувствуйте, что ваш верх стоит, не двигаясь, а бедра под ним, двигаются из стороны в сторону, два, три, да, теперь делаем подставку левой ногой и меняем. Хорошо. Отсюда на И поворот на ноге и резко нога на два уже должна стоять вот там сзади. Поворот И два. Вес еще впереди. Влево. И раз, два, три, четыре. Раз, и 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 два, три, четыре. Смена, два. Три, подставка, смена, два. Три, подставка, смена, два. Я думаю, мы можем закончить наш урок красивыми руками. Понравилось, когда включили музыку, когда Лена сказала «расслабьтесь», вот тогда я как-то действительно расслабилась и поняла, что все. Я вот вложила все свои эмоции, все ощущения в руки, мне прям даже самой понравилось. Ладонь назад смотрит, перед собой руки опускаем, вперед вывели, закрыли, вышли вперед. Молодцы, хорошо. По одной руке наверх. Хорошо. И в сторону. Поворот. Молодцы. И через вперед в сторону. Через вперед в сторону.
Молодцы. Собрали руки максимально наверх. Ладонями наверх. Наверх. Раскрыли. Собрали возле талии. Вывели вперед. Молодцы. Вернули обратно. В сторону. Провернули. Опустили. Ребята, отлично. Я даже не ожидал целый комплекс профессиональных танцевальных движений руками, которые вы будете потом использовать. На самом деле, все очень просто. Вы так красиво сделали, не напрягаясь, простенько. Да, изнутри открыли, вынесли. Давайте красиво используя руки теперь, да? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Великолепно. Лучше всего получилось как раз вот работа руками, руки. Когда они уже понимают как бы идею самой работы рук, они уже поняли, как она должна происходить под музыку. В конце у нас даже получилась связка шикарная, просто когда они всю музыку заполняли, безостановочно работали руками. Но так как это так же, как в начале самых первых наших занятий, для них был новый опыт работы руками, да, ногами они уже более-менее привыкли, то, конечно, вот эта вот разница между тем, что делается в руках и что происходит в ногах, конечно, их немножечко вот сбивало с толку, но я думаю, еще 2-3 занятия, и уже будет у них гораздо лучше. Мне очень понравились получаться. Девочки, которые прониклись, настолько сильно прониклись, даже не сильно, глубоко в движение рук, и смотришь в зеркале, они так... Ох, какая крутая, супер, просто у них так поднималась самооценка, и в конце их внутреннее вот это вот женское богатство, они раскрылись, они стали более сочными, они стали это все изнутри, они показывают, и я вижу, что вот здесь начинается уже переход с обывателей, когда люди просто приходят с улицы и говорят: о, танцы, это же классно, танцы, да, ну, что там, легко. А потом я вижу, что они чувствуют это движение, это круто. Всего-то вот добавить конце... рук, да? Да-да-да, всего лишь они вообще. Очень простые движения. Я думаю, мы на основе этих рук и продолжим двигаться, потому что девочки, это, конечно, раскрываются. А парни, они смотрят, девчонки, ничего себе, никакие крутые, классные, просто на мочо хуже. Они начинают уже думать, там где-то корпус, бедра, ноги. И вот этот драйв, они вместе. Я думаю, что даже будет такая маленькая-маленькая, очень, скажем так, яркая и белая борьба. То есть они... Смотрят друг на друга, так, этот, сейчас я тоже лучше. И вот так вот постепенно-постепенно я лучше, я лучше, я лучше. Они по лестнице идут и на глазах растут. Собираетесь в командировку? Один звонок в компанию «Реноме» и вам гарантированный комфорт и деловая атмосфера бизнес-поездки. Компания «Реноме». Да, были суперские международные соревнования в Москве проходили, и мы пошли посмотреть, зарядиться эмоциями, послушать ритмы. Мы поспорили с Вадиком Стародубцем, что на бутылку шампанского, естественно, хорошего. Вот, по поводу, как распределяться места в финале среди участников. Вот, он поставил на американцев, я поставил на хорватов. Ну, естественно, хорваты выиграли, поэтому шампанское мое. Вот она, обещанная. Yes. Да, но американцы мне понравились больше.